Земля не товар. Батьковщина обещает начать массовый сбор подписей граждан против продажи земли. Об этом предупредила сегодня лидер партии Юлия Тимошенко. Говорит, ее не остановит даже решение окружного админсуда, который 27 апреля запретил земельный референдум. Тимошенко уверена, ее политсила соберет около 15 миллионов подписей фермеров, которые против рынка земли. Мы распочинаем масштабный сбор подписей против продажи сельскохозяйственной земли в Украине. Для селян, которые владеют паями земельными, есть только один шлях, что треба делать. Украинская держава должна выкупить за нормальную рынковую цену земельные паи у тех, кто хочет их продать, но ни в якому случае не выставлять земли на распродаж.